Я подошла к хозяину. Он сказал: «Чушка, хочешь шоколаду?» И дал мне мясо. И когда я ела, он добавил: «Свинья, а тоже вкус понимает». Это меня страшно покоробило. Но новое приказание оркестру играть свинячий вальс не дало мне времени размышлять, и я должна была кружиться. Потом на арене появилась бочка. Я вспрыгнула на нее, и мой хозяин, сев на меня верхом, громко закричал: «Вот и Дуров на свинье!» Легендарный дрессировщик Владимир Дуров так трепетно относился к животным, что даже книжку написал от лица своей талантливой свиньи. Возможно, именно так выглядело выступление артиста в Курске в 1892 году в канун Нового года. А может, трюки были совсем другие. Его животные много чего умели, и какую именно программу Дуров привез в наш город, уже сложно сказать. Но к нему мы еще вернемся. Уникальный был человек. А пока отлистаем 100 лет назад. 1793. В Курск приехала госпожа Россетте. Это первое документально подтвержденное выступление цирковых артистов в Курске. «Мамзель Нанет произведет много балансов или равновесий на тонкой медной проволоке. 6 персон сделают многие удивительные телодвижения, скачки и повороты, также разные головные балансы. Господин Руберти возьмет до 14 стульев и будет он ими балансировать». Специального здания для цирковых представлений в Курске тогда не было. Чаще всего выступали в балаганах, временных деревянных строениях. Снаружи имелся балкон, оттуда артисты зазывали посетителей. Внутри у сцены стояли лавки, а за ними был так называемый загон. Там зрители стояли. Балаганы являлись непременным атрибутом старинных ярмарок. Сад купеческого собрания. Долгое время вот они были, пока существовал лазаретный сад. Ну и, наконец, новое. Парк Ливадия, он тоже принимал циркачей. Но в данном случае это, конечно, был не полный цирк. Но, скажем, там практически отсутствовали номера, связанные с дрессировкой зверей. А вот те традиционные жанры, акробаты, эквилибристы, иллюзионисты, клоуны и так далее, они всегда сопровождали такие выступления. Ну и, конечно, Красная площадь. Там тоже часто проходили цирковые представления. Во второй половине минувшего Великого Поста появился у нас какой-то новый блонден. По наружности итальянец или цыган, определить трудно, который 2 раза вместе с женой и 2 пуделями ходил по туго натянутому канату на значительной высоте от земли. В первый раз канат был натянут от крыши гостиницы Монтрезора до столба, а во второй раз на Красной площади перед присутственными местами. Этот самый блонден был знаменит на весь мир. Он натягивал канат не только над нашей Красной площадью, но и над Ниагарским водопадом. Ну а мы продолжаем свою прогулку по цирковым местам Курска. Цыганский бугор. На Петров день здесь собирался весь город. Праздник был шумный и веселый. Уже накануне этого дня пустынный бугор оживился. Строились качели, карусели, балаганы фокусников, палатки для продажи лакомств, а в стороне, на берегу реки, ставили легкую ограду и устраивали места для публики. Здесь подвязались акробаты и пускались фейерверки. Вход сюда был платный. Цирковые артисты с конными номерами часто выступали в манеже, который потом стал театром, а позже кинотеатром. Вообще представления с лошадьми пользовались в то время большой популярностью.
Особенно ценились вольтежеры, артисты, которые одновременно скачут на коне и выполняют гимнастические трюки. Среди них были и куряне. Двое наших земляков работали в передвижном цирке Прейса. Один из них отличается смелостью и отвагой, которую он доказывает, делая трудные прыжки через разные предметы с лицом, обращенным к хвосту лошади. Один из самых известных конных цирков в дореволюционной России создал Александр Гвера. Выступал он и на Курском манеже. Привез к нам почти полсотни лошадей. Гвера еще был характерен тем, что он популяризировал цирк не только, собственно, средствами цирковыми, но и тем, что разрешил доступ зрителям к своим зверям, которые находились там, чтобы они могли, допустим, купить им корм, покормить их, присутствовать при репетициях и так далее. Естественно, за какую-то определенную плату. Но больше всего с цирком у жителей дореволюционного Курска ассоциировалась Георгиевская площадь. Потом на ее месте появился Пролетарский сквер. А в 2020-м ему вернули историческое название. Именно на ней возводились различные балаганы, куда приезжали различные труппы из городов России и даже иностранных государств. Здесь куряне могли наблюдать искусство цирковых артистов. Здесь они познакомились с искусством дрессировки Владимира Дурова. Ну и самое время вернуться к Дурову. Смелый он был человек, острый на язык. Из-за этого часто приходилось в спешке уезжать из какого-нибудь города еще до конца гастролей. То же самое с ним случилось и в Курске. Выступая в Курске, Дуров столкнулся с губернатором фон Валем. Однажды этот не в меру ретивый администратор решил устроить смотр пожарных команд, избрав объектом для упражнений цирк. Естественно, что цирк залили водой и сделали непригодным для дальнейших представлений. «Батюшки», — сказал Дуров, — «пожарный насос загорелся». Эта шутка, горячо встреченная жителями, которым житья не было от удивительной энергии губернатора, стоила Дурову высылки из города. Потом, когда фон Валя перевели в Петербург, Дуров, узнав, что он прибыл в цирк и уже поднимается по лестнице, таинственно поднял палец к губам и произнес: «Шшш, Валь идет». А вообще Дуровых было двое: Анатолий и Владимир. И оба брата гениальны. С них началась цирковая династия. В Москве до сих пор существует театр «Уголок дедушки Дурова», где работают их потомки. Они, кстати, одно время выступали вместе, и у них был такой номер, когда один прятался в сундук, его поднимали наверх, а рядом стоял другой сундук, его поднимали наверх под купол цирка, а потом последующего парада «Оле» вдруг раз он оказывался внизу. Это братья были очень похожи друг на друга, хотя разница там, по-моему, 2 года. Но их судьбы разошлись, потому что вот как раз Анатолий Дуров ревновал Владимира Дурова, что тот у него отбирает популярность. Но вернемся в Курск, на Георгиевскую площадь. На календаре 1899 год. Самое начало мая. Шла пасхальная неделя, и город празднично гудел колокольным звоном. Юная Надежда Плевицкая, на тот момент послушница Троицкого монастыря, пришла с сестрой на ярмарку. Мы решили пойти в балаган. Гулять так гулять. Потом стыдно матушке в глаза смотреть будет, подумала я, но что-то влекло меня в балаган. Выскочила девочка в красном платьице. Она быстро бегала по проволоке, вертелась. Так кувыркаться и я бы, пожалуй, могла. Учеба только нужна, думала я, не отрывая взгляда от акробата. Вылетела на сером коне наездница, ловкая, быстрая. Хоть и грешно такой голой при народе на коне прыгать, думала я. А так я тоже могла бы. И порешила я разом: уйду в балаган и стану акробаткой. И ведь ушла. Правда, всего на несколько дней. С баломышную дёжку разыскала мама и со скандалом забрала из балагана. Спустя несколько лет Плевицкая все же станет артисткой, но не акробаткой, а певицей.
Я люблю тебя, моя желанная, я без ума тебя люблю. И твою соколю девичью, и свою заплаку плю. А мы с вами снова в цирке. И перед нами разворачивается представление «Фра Дьяволо» или «Предводитель разбойничьей шайки». Очень популярная пантомима в 1860-х. Показывали ее и в Курске. В этой пантомиме рассказывалось о жизни, полной приключений итальянского разбойника, который, в принципе, прославился больше не своими бандитскими подвигами, а тем, что принимал участие в освободительной борьбе итальянского народа против французской армии Наполеона. А еще в Курск привозили диковинного морского тигра. Интересно, что за зверь такой? Выступали фокусники, шпагоглотатели. Старинный русский цирк имел богатый репертуар. Жан-Жак Штраус, родом латыш, прозванный Северным Геркулесом, жонглирует пушечными ядрами, тарелками, яйцами, ножами, балансирует на носу, лбу, зубах разные предметы. Он отличный чревовещатель. Глотает кинжалы. Проглотив один, глотает один за другим еще 5 кинжалов. Знаменитости охотно приезжали на гастроли в провинцию. Газета «Северная пчела» как-то даже написала, что в Санкт-Петербурге не осталось популярных балаганов. Все уехали на юг, в Курск, Харьков, Одессу. Цирковые представления очень увлекали жителей прошлых столетий. В 1887 году во время представления неожиданно налетела очень сильная буря. И парусиновая крыша, которая защищала зрителей от дождя и ветра, стала подниматься вверх, а поскольку она опиралась на столбы, то и столбы затрещали, стали отдельные из них выпадать из установочных ям. Казалось бы, катастрофа. Но цирк настолько захватывал зрителей, а сами циркачи не прекратили представление, так и продолжали работать на манеже, то зрители никто не убежал, не ушел. Неотъемлемым атрибутом дореволюционного цирка была французская борьба. Действовали строгие правила. Нельзя душить противника, делать подножки, смазывать свое тело жиром. Побеждал тот, кто опрокидывал соперника на спину и несколько секунд держал в таком положении. Часто зрителям предлагали выйти на манеж и сразиться с профессиональным борцом. И среди курян были такие богатыри, которым удавалось победить. Например, извозчик Никифор Агарков сходу схватил циркового артиста, поднял над головой и с размаху положил его на обе лопатки. Об Агаркове ходили целые легенды. Говорят, он мог переносить на спине 3-4 мешка муки. А это значит вес 150-200 килограммов. В Казацкой, где он жил, он вытаскивал из непролазной грязи целые тарантасы там и телеги. Просто сам вытаскивал. Очень сильный человек. Прославился своей силой еще один курянин – Григорий Русаков. Его дебют состоялся на Донбассе. Он переехал и работал там на угольной шахте, а впоследствии стал чемпионом мира. В самом начале своей карьеры получил прозвище «Белая маска». Ему удалось выстоять в течение 40 минут в поединке с известным борцом того времени, немцем Шнейдером, который выступал под псевдонимом «Черная маска». И когда этот бой завершился победой Русакова, то зал рукоплескал. Зал рукоплескал победе русского борца над известным чемпионом мира. В начале 20 века в Курске предприняли несколько попыток создать стационарный цирк и построить для него здание. Первым был Василий Собот в 1907 году. Желаю построить теплый под деревянной крышей цирк на Георгиевской площади в 4-й части города Курска с обшивкой стен с двух сторон досками, а промежуток между ними заполнить шлаком или опилками. Через несколько лет там же для своей труппы построил здание Александр Горец. Но оба строения были не очень крепкими, и их вскоре разобрали. В 1915-м им на смену пришел Андро Чинизелли. Но и это было ненадолго. С цирковыми зданиями Курску определенно не везло.
В 1937 году на Красной площади появилось большое красивое строение, но оккупацию оно не пережило. В 1971 построили новое здание, уже на другом месте, но в 1996 году его уничтожил мощнейший пожар. Новая история цирка началась с 2011-го. Он принимает зрителей и сейчас.